Привет! Сегодня будет дегустация жвачек. Такое жевательное видео. Я тут подготовила несколько упаковочек жвачки и буду все их открывать и пробовать и жевать. В магазине Лента я купила вот такие жвачки Dolce Albero. По-моему, такие жвачки продаются только в Ленте. Ну, вроде бы. И здесь 4 разных вкуса. Так. 1. Второй, третий и четвертый. Здесь, на мой взгляд, очень интересные вкусы. Этот апельсин и кокос, абрикос и лимон, банан с клубникой. Наверное, очень вкусненько. И ваниль, и мята. Такие вот 4 вкуса. И, по-моему, их всего должно быть 6 видов этой жвачки. Но в наличии было только 4. Я все 4 купила. Но это еще не все. Еще я купила вот такой наборчик жвачек Лавиз. 5 штучек. Очень мне интересно, будут ли они похожи на те жвачки, что были в детстве. В детстве я очень любила жвачки Лавиз. Мне кажется, что это, скорее всего, уже не то. Но посмотрим. Это я оставлю напоследок. Ну и давайте начинать. Я начну, наверное, вот с бананчика и клубнички. Так он меня прям манит, этот вкус. Такая вот упаковочка. Вообще, кстати, упаковки мне нравятся, такие симпатичные. У меня немножко пропадает голос сегодня. Это потому, что кое-кто наелся мороженого. Но сегодня я буду по большей части жевать. Так что ничего страшного. Как говорится, иногда лучше жевать, чем говорить, да? Так вот. Вот такая красивая упаковочка. Называется этот вкус торт. На день рождения. Ну, правда, они перевели как сюрприз для именинника. Со вкусом клубники и банана. И здесь изображены 2 бананчика. Они еще и в таком именинном колпачке. И также тут клубничка, целая клубничка и клубничка в разрезе. И еще листики клубники. Очень миленько. Мне нравится.
И написано, что здесь 30 грамм и 22 кусочка. В обычной жвачке, по-моему, 10 этих подушечек. Тут вот 22. С обратной стороны можно почитать состав. Мы будем открывать. Жвачка еще, упаковочка застегивается на как она называется там зип-пакет, короче. Запах сладенько ягодный. Больше клубничкой пахнет, по-моему. Ну, я высыпала сразу все. Пересчитаю заодно. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 23. Кажется, я ошиблась. Давайте еще раз. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Да что ж такое? 24. Извините. Ну, получается 24. Это приятнее, чем если бы их было 21 или 20. Ну ладно, я буду пробовать. Буду пробовать сразу. Нет, сначала одну, потом еще одну. Сразу могу сказать, что вкус не сильный. Немножко есть кислинка. И по ощущениям это больше клубничка, чем банан. Довольно мягкая. Еще одну возьму. Но, если честно, я как-то ожидала большего. Ждала какого-то такого прям бананово-клубничного безумия и феерии. Как-то не очень. Вряд ли я куплю еще раз.
так себе. Неплохо. Это неплохо. Ну и не так хорошо, как я ожидала. Так, что я буду пробовать дальше? Вот это. Этот вкус называется лимонад с абрикосом и лимоном. И тут изображен стаканчик лимонада с трубочками. Долька лимона нарисована. И абрикосик разрезанный, и абрикосик целенький. Абрикос с лимоном, мне кажется, довольно необычный вкус для жвачки. Но я, по крайней мере, такого не встречала. Так что, может быть, это будет поинтереснее, чем предыдущий. Пахнет пока что непонятно. Ну, все высыпать я не буду в этот раз. Достану парочку. Все жвачки, видимо, беленькие. Просто такие обычные подушечки. Стандартные. Так, пробую одну. Ну, вот это пока что поинтереснее. Она не кислая, но вкус похож на вкус лимонада. Такой газировки. Но тут ничего интересного не написано. Довольно приятная консистенция. Такая мягкая, но при этом не разваливается. Ну, пока что. Мне напоминает вкус именно газировки такой. Я вот не помню, то ли Буратино, то ли Золотой ключик, что-то такое. Я в детстве не любила газировки, поэтому точно не могу сказать. Вкус конкретно абрикоса, ну, может, немножко есть. Тут еще нарисована мятка в лимонаде. Но это чисто для антуража, потому что во вкусе никакой мяты нет.
Довольно вкусно. И необычно. Я жвачки с таким вкусом еще не пробовала. Приятный звук, мне вот этот нравится. Следующее я буду открывать вот эту, а ваниль с мятой оставлю напоследок, ну, из этих четырех. Ну, вкус, мне кажется, уже пропадает. Ну, ничего страшного, потому что жвачку вроде как и не полезно долго жевать. Я, кстати, жвачку люблю, но постоянно ее не жую. То есть так, по мере необходимости. Итак, карибские каникулы. Кокосик и ананасик. Еще тут пальмочка нарисована. Волны. Ломтик кокоса. Такие вот карибские каникулы. Я очень люблю сочетание кокоса и ананаса. Все, что с таким вкусом или запахом, мне очень нравится. Очень люблю косметику с таким запахом. Ну, в плане там какого-то лосьона для тела. Был у меня лосьон для тела от фирмы Body Shop, по-моему. Была у них такая линейка, называлась Пина Колада. Давно уже. И я просто обожала этот запах. До чего же это было классно. Ну, потом они перестали ее делать. Это было очень грустно. Пахнет пинаколадой. Вот. Хочу немножко пошуршать подушечками. Вот. Поронять. В бодишопе, я помню, еще была классная линия тоже, ну совсем уже давно, с маракуйей. Тоже так обалденно пахло. И тоже перестали делать. Что за несправедливость такая? Но на первый вкус то, что нужно. Консистенция хорошая. Но сначала такая мягенькая, потом чуть-чуть делается более упругой, но не слишком дубовой. Так,
Одну надо достать. В этом вкусе очень гармонично сочетаются кокос с ананасом. Действительно, вкус вот это вот, ну, пинаколадный такой вкус. Я бы не сказала, что это прям лучшая пинаколада в моей жизни, но неплохо. Я, кстати, не знаю, есть такие жвачки Орбит, Дирол, именно со вкусом кокоса и ананаса. Я вот что-то не помню. Довольно вкусно, но как будто чего-то не хватает. То ли сладости, то ли насыщенности, не знаю. Но вкусная. Да, вполне. Насколько я помню, пятый вкус должен быть. Называется он «Брызги шампанского», что ли. Вот, конечно, интересно было бы его попробовать. Но теперь я уже вряд ли стану покупать. Потому что, ну, немножечко не оправдали эти жвачки моих ожиданий. А шестой вкус – какой-то там пирог. С клубникой и чем-то. Вроде бы. Не помню. Ну вот вкус уже и слабеет. В общем, я думаю, эти жвачки мало кому сильно нравятся. Ну и четвертый вкус. Называется «Первый поцелуй». Очень романтичненько. С ванилью и мятой. Ну, может быть, он приятно меня удивит. У меня была как-то зубная паста с ванилью и мятой, и мне очень нравилось. Я вообще не люблю сильную мяту. Мне нравится, когда она с чем-то сочетается. И вот сочетание мяты с ванилью очень вкусное, приятное. Тут у нас цветочек ванили, стручочки ванили. И листочки мяты. Вот. А еще тут поцелуйчик. Отпечаток поцелуйчика. Давайте я вас тоже немножко поцелую. Ну, давайте пробовать.
пахнет как та зубная паста. Мята прям сразу. Ну, довольно сильно. На ванили пока не чувствую вообще. Чувствую, как мята ударила в нос. Ну, не прям чтобы сильно, но так ощутимо. Мяту чувствую, ваниль нет. Хотя на запах ваниль была. Ну так неинтересно. Как мятная жвачка, она хорошая. Вполне такая умеренная мята. Не сильно сладкая. Но я бы хотела послаще и повванильней. Где тут ваниль, вообще не поняла. Да. Я почему-то была уверена, что... Ладно. Кстати, попробую выдать пузырик из этой жвачки, хотя вряд ли получится. Слишком мало жвачки, чтобы что-то приличное выдуть. Ну ладно, может из лавыса получится. Ну, что я в итоге могу сказать? Вот эта мятная жвачка, она хорошая для любителей мятных жвачек. Ванили тут я не чувствую. Из этих, ну, наверное, самое интересное вот это для меня. Кокосик с ананасом. Вот это вкусное, необычное. Банан с клубникой. Ну, сама по себе неплохая, но от банана с клубникой ожидаешь большего. Да. Не стоит пробовать, как по мне. Какие дела? Ну и настала очередь лавызок. 5 штучек. Мир, дружба, жвачка. Ну и вот здесь не написано, какие конкретно вкусы. Написаны только ароматизаторы. Список. Зеленое яблоко, апельсин, клубника, лимон, вишня, кокос, ананас, банан. Вот. Может, на самих жвачках будет написано.
Почему две одинаковых? Это что за подстава такая? Две оранжевых жвачки. Я думала, они будут разные. Сейчас у вас все оранжевые. Так, зелененькая. Бордовенькая. Угу. Синяя жвачка, скорее всего, с клубникой и бананом. Именно ее меня решили лишить. Вот, спасибо. Так, написано ли тут с каким вкусом? Да. Лавис, ананас и апельсин. Да, это две одинаковых. Свинство какое? Какое свинство? Яблоко и лимон. Подожди. Так. Вишня и лимон. И кокос и ананас, кстати. Я так хотела попробовать лавис. Клубника с бананом. Ладно, я тогда буду пробовать кокос и апельсин. Такая желтенькая, с зелеными краешками. Так. Обожаю звук раскрываемой жвачки Лавис. Всегда мне нравился. Пахнет неплохо. И фантик, конечно же. В детстве я их собирала. Ну, как и все. Так. Любовь — это быть частью общего будущего. И тут они... Это свадьба у них или что? Вроде бы девочка в платье свадебном. Такая жвачечка белая с желтеньким. Кокосик с ананасиком. На ощупь мягкая. Честно говоря, не узнаю этот вкус. Консистенция вроде та, какая надо. Ну вот вкус. Какой-то он тоже слабоватый. Может быть, дело во мне. Ну, вроде у меня в последнее время вкус не пропадал. Кар-кар. Сердечки. Серия 7, номер 78. Ну, вряд ли я их буду сейчас собирать. Вкус какой-то... Ну, неплохой, но вот этот, кстати, повкуснее. Если не знать, что это кокос с ананасом, может, и не догадаешься.
это обязательно попробую. Яблоко и лимон. Ананас и апельсин. Не знаю, сколько тут времени-то это все не записывает. Попробую выдуть пузырь. Ну, кстати, становится жвачка довольно, ну, не жесткой, но очень-очень упругой. Особо не растянешь. Пузырь получается, но тяжело его надувать. Хотя я давно не надувала пузыри. Сейчас еще раз попробуем. Ну, неплохо. Вкус уже пропал почти. Да, это однозначно не те лавис. Вообще сейчас есть какая-нибудь такая прям классная жвачка по типу лавис? Так, вишенку попробуем. Пахнет она похоже, как раньше, но на вкус так, вишня и лимон, но почему-то розовая с белым. Явно чувствуется вишня и лимон. Вот это, кстати, мне кажется, знакомый вкус. Так. Любовь, это звонить, когда у тебя срочные дела. Ну, не знаю. Тема для дискуссии. Тоже 7-я серия. 58-й номер. Вот тут девочка вся в делах. Мальчику, видимо, нечем заняться. Вкусненько, кстати. Такая прям вишня-вишня. Ну, вишня скорее не свежая, а как консервированная. Может, это из-за лимона такой вкус. Мне кажется, это похоже на то, что было раньше, но не 100%. Но она быстро становится такой прям слишком упругой. Вот у этих жвачек консистенция поприятнее. Что ж такое? Так, яблоко и лимон. Наверное, на сегодня-то и хватит. Вроде неплохо так пожевали.
попробовать, конечно, можно. Стоит, по-моему, недорого. Продается. Я купила в Пятерочке. Я думаю, на самом деле уже все это попробовали, кроме меня. Я вот только сейчас. Ну, фантики, кстати, один в один, как раньше. Ну, а сами жвачки, вот вкуса уже нет. Уже просто такая резина. Ну что ж, большое спасибо за просмотр, за прослушивание. Я очень старалась и очень надеюсь, что любителям жвачки более-менее понравилось. Вот. Так что спасибо за просмотр. Увидимся в следующих видео.